Такие предприятия делают сильнее не только Ульяновскую область, но и в целом поддерживают статус нашей страны как промышленной державы. Депутат Госдумы Владимир Кононов посетил производственные площадки Димитровграда. И мне сказали, что здесь очень хорошие семейные традиции, что люди работают, их дети приходят уже, и внуки, наверное, скоро будут приходить. Это здорово. На мой взгляд, самый лучший показатель – больше половины коллектива членов стаж более 20 лет. Димитровградский вентильный завод – уникальное предприятие, лидер в своей отрасли на российской площадке. Выпускает востребованную продукцию и активно внедряет новейшие технологии. В каждом автомобиле, в каждом колесе мы присутствуем. В автомобиле, в самолете, в мотоцикле, в велосипеде мы везде. Мы смотрим уже не первое предприятие, которое находится в руках хозяина. Беру в свои руки, как говорится, производство, вкладывают не только деньги, но и душу. Все получается. Также Владимир Кононов посетил Димитровградский завод химического машиностроения. Вместе с бизнесменами обсудил, какая поддержка нужна предприятиям на региональном и федеральных уровнях.